Где Поста? Добавьте ярких красок. Молодцы, ребята! Вы уже дорисовали. Если давайте на выходных внимание, погуляем. На картине есть круг, овал. Давайте, я не против. И таким... А куда можно сходить? Акбар? Ты закончил? Нет, мне это не интересно. С каких пор тебе ИЗО не интересно? Папа считает то, что это пустая трата времени. А ты как считаешь? Я считаю... Здравствуйте, ребята. Подготавливаемся к уроку. Достаньте альбом, краски, кисточки. Сегодня мы с вами поговорим о творчестве великих художников. А вы знаете художников, чьи родители были против их деятельности? Это Пикассо. Его мать неодобрительно относилась к его деятельности. Но... это не помешало ему доказать всем, что он великий художник. Кто это сделал? Это шедевр. Свой шедевр. Да, но та картина — это не шедевр. Мой шедевр — это ты, Акбар. Умара Касымджановна, здравствуйте. Хотел вас поздравить с вашим успехом с моим сыном. Победа в международном конкурсе стала для нас огромным сюрпризом и гордостью. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваш труд. Я очень рад за своего сына и за вас. Берегите себя.